Только что собачку сбила машина, и питомица смотрела на людей, не в силах подняться. Девушка, которая позвонила волонтерам, оказалась художницей. Когда волонтеры приблизились к лежащему на земле животному, оно встретило их напряженным и недоверчивым взглядом. Было видно, что собака не спешит радоваться людям. Более того, она приготовилась укусить волонтеров. И все-таки им удалось завоевать ее доверие. Дрожащую и испуганную, ее осторожно переложили на одеяло. Собачку аккуратно перенесли в машину, и там ее взгляд потеплел. Очевидно, она поняла, что ей стараются помочь изо всех сил. Когда ветеринар увидел ее, он понял, что собака получила сильные травмы. Счет за лечение оказался очень большим, ведь необходимо было помочь ей снова ходить, а кроме того, спасти лапу. И тогда свою помощь предложила та самая художница, что звонила волонтерам. Она дала денег. Сегодня пострадавшая малышка уже не просто бегает, а буквально летает по газонам и зеленой траве. Она счастлива.